Всем привет, дорогие зрители! Нашел в районе Махмутлар трехкомнатную просторную квартиру за очень хорошую цену, недалеко от моря. Так, дорогие зрители, расстояние этого места до моря, до Средиземного моря, вот оттуда видно, как машины проезжают, 260 метров максимум. Рядом есть у нас сеть магазинов 3M Migros, в шаговой доступности сеть магазинов Шок, БИМ А101. Проекту, значит, приблизительно 15-16 лет. У нас тут теннисный корт, баскетбольная площадка, открытый большой бассейн, это детский бассейн, есть сауна, фитнес, тут зона барбекю. Также есть крытая парковка, но пользуется как кладовкой. Вот там беседка, огромная территория, ухоженный сад. У нас здесь первый просторный балкон, который застеклен. Вот. Кухонная балконная мебель. Так. Есть зона барбекю, но ни один не пользуюсь вообще. Так. Гостиная комната, которая отделена от кухни. Продается с мебелью и бытовой техникой. Кондиционер 18 тысяч БТУ фирмы Bosch, старенькая, так что можно поменять на инверторную. Так, вот такая гостиная. Здесь у нас кухня отдельная, можно также полностью отделить ее. Столешница у нас мрамор, обожаю именно когда мрамор. Никогда не стареет, всегда как новая. Так. Вот вид с кухни. Это люкс-проект, Econoc Tower, Twin Tower, рядом еще и другие проекты. Сейчас строится JBG, там 1 плюс 1, кажется, 140 тысяч евро начинается цена на первой береговой линии. Мрамор, дорогие зрители. У нас здесь прихожая просторная. Так. Здесь шкафчик вот встроенный рядом. Санузел первый, без душевой кабинки тут. Ну, какой интересный. Люстра. Так, вход сразу покажу, потом спущусь вниз. Вот, на этаже две квартиры. Вот такой лифт. Вместимость 5-6 человек. Высокий этаж. Продают европейцы, так что оплатите там аванс, и он прилетит за рубежа. Здесь у нас первая спальня. Как минимум 13-14 квадратных метров. Может быть и 15. На глаз сейчас сказал. Кондиционер фирмы Midea. Сниму с этой стороны. Так, тут у нас второй просторный балкон, вид на горы, тут у нас парк, вот, большой, и продолжается парк. Открытая парковка снаружи, тут известный ресторан Сарысой, и вот у нас весь балкон. Айдат у этого проекта 250 лир. Здесь стиральная машинка фирмы Siemens. Здесь стоит накопительная система водонагрева воды фирмы Ariston. Комби, скажем, по-турецки, как они называют. И здесь у нас большой санузел. Вот. Ох, даже маленький контик в санузле стоит, чтобы нагреть. Интересно придумано. Так, и у нас тут спальня.
Это, наверное, на балкон ставится. Убрали в спальню. Эта спальня побольше, чем та. Все, дорогие зрители, сейчас озвучу цену вам, а потом спущусь, покажу инфраструктуру и территорию. Дорогие зрители, цена этой квартиры 89 тысяч 500 евро. Пишите, звоните по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Все, я пошел дальше, ролик не закрываем, ждем. Смотрим дальше. Итак, дорогие зрители, даже есть подъемник для колясок. Так, вход. Вот такое здание. По фасаду мозаики стоят. Что хорошо, мозаика, она всегда свежая, не нужно красить. Только вот стенки. Это территория, вход с этой стороны. Угу. Кого интересует недвижимость в Турции, переходите на наш канал YouTube, там плейлист. Можете все увидеть. Там все по категориям, от бюджета, там 1 плюс 1 или 2 плюс 1, виллы. Виллы я не снимаю, как говорил, только по запросу. Приезжайте в Аланию, я вам все показываю. Здесь у нас скрытая парковка. Да, ну закрыта, не пользуется. Баскетбольная площадка, вот такой огромный бассейн. А там ставятся шезлонги для отдыха. Добротный проект. Все, дорогие зрители. Пишите, звоните по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Все, с вами была Гасси из солнечной Алании, несмотря что сегодня дождик. Всем пока-пока.